Всем привет! Вы на канале Бостон Авто, с вами Александр, и сегодня в гостях у нас Геннадий и Сергей. Геннадий, расскажите, пожалуйста, откуда приехали? Краснодарский край, Радинский район, садись его двигаться. Скажи, пожалуйста, для чего такую технику приобрели? Самослав нам нужен для работы в полях, уборка, то есть зерна, зерновых, там семечка, кукуруза для вот этих целей. У вас как первый автомобиль или еще есть? У нас есть автомобили, но хотели купить такой именно автомобиль, дизельный, как бы сильнее, КамАЗ нам не нужен, а вот этот для нашей участка земли как раз в самый раз. Геннадий, ну что могу сказать, поздравляю от себя лично, от нашей компании, прошу вам добраться до дома. И... Спасибо. Ждем вас снова в гости. Спасибо. За новым автомобилем. Привет, Волгоград.